Всем привет! С вами Антон Печеровый. И сегодня мы поговорим о зимней резине. Вот мы уже приготовили шину для установки на автомобиль. Хотя, наверное, скажете, снег, давно уже зима, сугробчики небольшие лежат. Вот, давно пора бы уже ездить на зимней резине. Однако, случилась вот такая вот печалька, что пришлось поставить летнее колесо. Печалька была какая? Я поймал яму. У меня, значит, зимняя резина Nokian Hakka Green. Ой, это у меня летняя была, а зимняя у меня Nokian Nordman 5. Вот куплена буквально в том году. Резина в целом, я бы не сказал, что она плохая или хорошая, она средняя резина. Вот, потому как на ледяных на льду она проскальзывает, если чуть-чуть перегазовать, а на снежной каше машина не очень устойчиво себя ведет. Вот поэтому я все-таки назвал бы ее средней резиной, достаточно средней резиной. Вот. Но тем не менее, что есть, то есть. И вчера я поймал яму. Яма, не сказать, что большая была, но факт остается фактом. Колесо пробито. Так как это было место на довольно опасном и слепом повороте, я принял решение менять колесо, а съехать где-то на 10 метров в сторону. Результат? Шина не подлежит восстановлению, потому что заживала одну скорт по одной стороне. Поэтому, если у кого-то такая резина, никаких экспериментов, меняем там, где оно спустило. Лишние метры могут его добить. Вот. В остальном, что меня удивило, вот я сегодня купил эту шину, цена 2510 за колесо, вот, и при шиномонтаже, монтажнику пришлось поставить достаточно много грузов на эту шину. Вот тут можно увидеть вот целую вот такую вот, сейчас мы повернем колесо, чтобы было видно, вот такую большую линейку грузов на одну сторону и еще дополнительные грузы по другой стороне. Вот еще по другой стороне вот там виден дополнительный груз. Вот, то есть 85 плюс 20 плюс еще 20 грамм. Вот, это много. Я таких колес даже кама балансируется лучше. Но тем не менее. Вот поэтому вот Nokian Hakka Green, она, конечно, уже уходит с рынка. Вот, сменяя, ой, Nokian, опять Hakka Green, Nokian Nordman 5. Вот она уходит с рынка, сменяясь на Nordman 7. Но тем не менее, если кто-то будет брать БУ, лучше все-таки посмотреть, наверное, другую резину, потому что резина, сейчас говорю, достаточно средняя. Может быть, по тестам она где-то и хороша, но мне не понравилось. У меня до этого был Гисловет NF5. Гораздо приятней была в езде.